Да, дождались мы все-таки Зарза. И начинаем. Первая игра на Лагуне. Рандомом играют и видим, что попадается Зарзу Эйр. И Чин достается Дойчман. Они играют Open Random. Мы не показываем вам картиночку. Китаец, Дойч снизу, сверху Зарз Эйр. Два дозера, два дозера. Поехал, правда, в центр прям ломится, ломится, ломится. И видит это у нас Зарзи. Ух ты, агрессивное было. Против Эйр это опасно. ПДЛ-то есть у них. Лазерная защита у чинуков. Поэтому тут одними ракетчиками толком ничего не сделаешь. Очень их много надо спамить. Происходят небольшие лаги. Почему Дойчман спрашивает нас? Не знаю, кто-то его так назвал. По-моему, звучит очень даже. Немецкий чел. Ух ты, а мы труповоза не увидели, это Гатл. Наверное, первый Гатл выходит, а потом нет, второй Гатл тоже выходит, смотрите как. Ой, отвечать надо, да, за Танхантерами прятаться. Поехал один Хамви в центр, дозер, правда, пропускает. На базе Юси сейчас идет сильная такая давка. К сожалению, не туда у нас Гатл стрелял. Выходит еще один. Надо на месте стоять и атаковать кого-нибудь. Дойчмана. Ой-ой-ой. Эх, Хамви убивает. Гонятся два Танхантера за убитым. Лучше взять дозера одного. Ой, дозера. Этого одного. Гатлинга. Вот этого, да, например. Ага, там вон что творится. Можно еще восстановить экономику. А не получилось же вначале Дойчу как-то затормозить врага. В принципе, он отбивается и даже экономику Дойчи мочит. Очень плохо, очень плохо. Джипик еще тут отремонтировался и дозер тут что-то делает. Может барак построить. Ой-ой-ой, рядышком это плохо, конечно, китайцу может закончиться. Надо готову вот эту штучку мочить. В первую очередь. Вот и подъехал Зарз, центр, по-моему, все очень плохо для дочки, потому что давно может смело сдаваться. Единственный завод ты и барак просто заблокированы, даже заблокирован и все включает, спасает озеро, но вот эта фигня не будет преследовать до конца всех своих дней этого дозера. Это просто неизбежность какая-то.
И должны сейчас увидеть от Дойчмана заветное GG. Стабильный 1000 видим у Зарза. Стабильный 300 будем видеть у Дойчмана. 600. А, строят еще завод, но уже GG осознает это Дойчман и сдается. И первую игру у нас забирает Зарс. Со счетом 1-0 он врывается вперед. 18 тысяч набрал и 8 тысяч набирает Дойче. Forgotten. Это вот это, да, правильно? Forgotten Forest. Forgotten, даже там Air Battle. Так, Зарзу достается СВГ, и лазером будет рубиться у нас Дойчман. Старикан против беззащитной девушки. Посмотрим, кто победит, красота или старый хрыч Дойчи. Посмотрим, посмотрим. Давай, красота, покажи нам красивую игру. Дойзер мешает другому дойзеру в строительстве. Подсвечивает вот эту финтифлюшку и бьется, не бьется. Да, оба убивают и перестанут они следить. Ох, кто сразу строит у нас патриота Эми. Угу. Ох, если они не успеют высадить. Смотрим, успеет, не успеет достроиться. В принципе, Дойчман должен был видеть, что там патриот готовится. Ох, если сюда успеет дропнуть одного дойзера, заберет второго. И все. И это может стать победой. Главное самому тоже отбиться как-то. Нет, далеко-далеко уезжает. Мог бы попробовать сюда рискнуть, вдруг дозеру бы точно забрал. Ведь без завода играет он у нас. Ах, забивается чину, где-то он там в тени летает. Не смотрит дойчи на свой чинук, на свой чинук, а на одного он все-таки углядел. Второго проглядел. Оба по вышечке хотят захватить. Да, у обоих захвата даже выучено. Еще летит Зарзи. Ах, нет, 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 он не туда летит. По одному выстрелу просто калашмятит, калашмятит. Чинуку сразу заехать. Захватывается одна вышечка. Бежит еще один перехватчик от Дойчи. На патриот у нас, в общем, потратился Зарс, но Дойчи слил один чинук. В целом все идет на раундах. По вышечке захватывают. Чуть-чуть позднее, но все же что-то. Не видим завод. Не хватает, потому что на завод. И не хватает Дойчмана.
А, да, он на чинука потратился. Ясно, ясно. Перехват идет. Очень боится Зарзи. Перехват вышки. Вот это что? Вот это куда он бежит? Интересно, куда он бежит? А, просто охранять. Тогда лучше бы... Не знаю, двоих бы оставил. Так, завод достраивается. Должен видеть, что тут пролетает. Да, видит. Всех чинуков выбирает. Ну, можно было все-таки, чтобы денежку донес. Ох, как удачно, конечно, они сюда идут. И Хаммер тут подоспел. Главное его не слить на... Не сливай, бережет. А вышку не может пристрелить, мне интересно, это домик. О, двое молодца заходят сзади. В спину сейчас стрельнут вот этому рейнджеру. И вышку попробую перехватить. Нет, разворачиваться. Не получится в спину. Ой, двоечка. Ну, сейчас еще... Давай так. Нет, не слил. Через атаку уж надо было направлять. Пешком МДСники ходят. От Зарзи. Что, все-таки сбили одного. Одного чинука все-таки сбили. Перехватывает здесь вышку и не дает захватить вышечку свою. Все, отходит, самому тоже надо отходить. Двоечи, отойди оттуда. Или зайди в домик тоже. Нет, в домик не успеет. Убежать успевает. Пешком, смотрите, какие молодцы прям пришли. Просто... Пришли прогуляться вот до дальнего суплая, вот сюда на угол, наверное, сзади послал. Такой смотрит, ой, а чё у меня тут ракетчики? Чик сюда и все. Вот они шли всю карту. Ох ты. Ну, уже точно должен захватить, конечно, у нас. Домик садится, дойчик. Флешки уже есть. Но Зарзи побаловался он ими. Кстати, вновь перехватывают вышечки все. Зарз. Снова дочь решается их тоже захватить. Ох, как не вовремя он засадил всех своих обратно воинов. Давить надо было... Не успеть, надо было сразу повернуть. Была возможность, конечно же. Да, тут только Зарс очухался, но поздно. Раньше было надо лазерлочить. Ой, не стой на месте. Конечно же, у нас. Ну, хорошо, он по ракетчикам нас стреляет. Нет, надо было ракетчика довалить. Бесполезным занятием сейчас занимался все-таки Дойчман. Лучше было ракетчик было завалить. Второй супла, кстати, отстроил он. Однако у Зарза вот только один. Но стабильные два чинука, он еще ни одного не терял. Насколько я помню. А Дойчман уже, наверное, троих где-то терял. Вот, тоже выучил флешки, отомстил. Что ж, две вышки у Зарза, но два суплая у Дойчмана. В отличие от Зарза, у которого всего лишь один суплай и три чинука уже. Этот домик еще достает.
поехал защищать, зачистить этот домик с флешечкой. Посмотрим, посмотрим. Скорее всего, поедет еще наверх. Так, два хамви готовы от Зарзи. Чем будет обороняться? Один выстрел только был. Погоня, погоня за хамви. Чтобы вышечку никто не захватил. Ой, высаживать надо. Высаживай, Дойчман. Дойче, 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 да, высаживай. Быстренько лазерлок надо было сделать. Ну, не одним же, а всеми надо было. Ой, ой. И треснула река. Ой-ой-ой. И просто теряется. О, вот это вот вам. Нормально. По-моему, вот эти сейчас мосты не в деле, да, насколько я понял? На 9-й минуте они где-то сломались. Что-то первый раз такое вижу. Спецовик, спецовик, говори, что это, что это, что это такое произошло у нас. Река треснула. Лед двинулся. Не смогут, значит, они через мост еще ходить, я так понимаю. Трясется здесь земля. Маленькое отражение не замечаем. Странное место. С этой рекой. Так, ну дочь он уже накопил. Много всего, пока мы на эту реку смотрели. Опасно, конечно, так позволить здание. Вот тут А20 селит, и сразу две постройки могут быть уничтожены. Убегай, убегай, убегай. Не догоняет, конечно, хаммера. Это было очень плохо. Мог бы Зарс это сделать. Поздний какой-то лазерлок мелькнул. Тут здание бы хорошо было бы сесть. А здесь корова точно. Еще корова, смотрите, есть. Здоровенная такая корова прям. Целый дом. Жёстенько. Приезжает у нас Зарзи за коровой. Будет перехватывать вышечку. Ну вот. У Дойчмана есть еще ответ на это. Не успеет Дойчман домик захватить. Так, Бартона видим. От Дойча. Только-только строится еще. Стратегический центр. И куча хамви на куче хамви. Нет времени высаживать никого. Просто лупим. Едем и лупим. Один все-таки гад такой проехал. Ой, надо ракетчик перенаправить назад срочно. И остановился. Ну вот. В общем, а что ты остановился-то? Сюда еще двоих. Пустой хамви, конечно, это радует. Да, делает хамви свою работу, сбивает. Один чинук. Обратно ракетчики пошли.
Никто не хочет это здание занимать. Наверное, из-за вот этого льда сломанного. Блин, надо тогда проверить еще раз эту карту. Вот это, что за фигня происходит? Убрать этот сценарий надо. Зачем лед разрушили? Уничтожается вышка у Deutsche. Теперь Зарс играет. О, Бартон погибает. Даже минку не поставил. Хорошо пробрался, но ничего он так не смог сделать. И посмотрим, по-моему, будет сейчас у нас Аврора. Да, мигают лампочки. Производится Аврора. И как раз у нас подъезжает Deutsche. Тоже Бартона видим. Уничтожается реактор. Поэтому будет Аврора еще дольше готовиться. Ох, если бы она сейчас была готова. Вот она выходит. Посмотрим, лупанет, не лупанет она хоть по кому-нибудь. Влетает. Вылетает, вылетает, вылетает. Куда-то объезжает, объезжает и сразу вот сюда вот. Да, и бережет. Нет, не уберег. Что ж, получается, два суплая это круче, чем две вышки и один суплай. Либо сегодня у нас кто-то закрадил. Там птичка-то куда поехала? Ой-ой-ой. Трехпочкового Хамви лишаться, конечно, жалко. Очень далеко птичка уехала. Командник отстраивается. Airfield продает у нас. Ой, продать надо эту казарму. И так есть одна, в принципе. И сразу же минирует. Ой, сейчас взорвется, конечно же, надо отходить. И еще подрывать. Один раз это мало. Во, будет сейчас перехватывать. И кто-то, А, тоже перехват. Зажали, в общем, Зарза. Не помешал бы у нас тут снайпер. В общем, хотели его увидеть. И сейчас будет подорван. А их надо было подорвать. Подорвать надо было. Ух ты. И А-30 летит. Вот так вот. Баба. Сразу три здания. Вот красота. Очень близко к зданию. Сразу думаю, только два даже снесется. Даже до еще умудряется все три подбить. Красавец. Лучевую пушку уже сделал. Молекулярную.
не сдается Зарди, очень много у него денег. Очень много денег, мало, много войск. Восстанавливается пушечка и Дойчман, конечно же, вот так вот глубенько наезжает в нее. Спектр ганшип прилетает от Зарзи и стреляет, стреляет. Все, отстреляла. И Джиджи от Зарза. И надо ему куда-то отойти. Получается счет 1-1. Третий нас бой разгромили. Будет сыгран позже. 75 тысяч набирает Дойчман и 54 набирает Зарс. А я ни доллара не заработал от этой игры. Вот такая у нас встреча, противостояние Дойчмана против Зарза. Не знаю, можете ждать, можете не ждать от меня финальной игры. Посмотрим, как будут события развиваться. Так, а пока все.